Ждать мучительно, забывать больно, но горше из страданий не знать, какое решение принять. Я люблю тебя больше, чем вчера, но меньше, чем завтра. Зачем тебе револьвер? Чтобы научиться доверять людям. Жизнь как раз в том и заключается, чтобы 7 раз упасть и 8 раз подняться. Всегда есть что сказать, просто мы боимся реакции на эти слова. Когда я не в дороге, я живу очень просто. Потому что, когда я в дороге, снимаюсь в кино, я далеко от дома. Вот и все. Я сказал все, что мог сказать о мире Джеймса Бонда. Быть отцом – огромная ответственность, но она приносит удовлетворение. Барбара Брокколи была большой подругой моей покойной жены и продолжает быть человеком, который очень добр ко мне, моей семье и нашей жизни. Не заставляй детей ронять слезы слишком часто, иначе им будет нечего уронить над твоей могилой. Молчи или говори то, что лучше молчания. В общении нужно держаться так, чтобы друзей не сделать врагами, а врагов друзьями. Бедность не добродетель, а умение переносить бедность – вот добродетель. Много знания не есть ум. Поведение человека имеет 3 источника – желания, эмоции и знания. Во всех государствах справедливостью считается одно и то же, а именно то, что пригодно существующей власти. Честь наша состоит в том, чтобы следовать лучшему и улучшать худшее, если оно еще может стать совершением. Если осел тебя легнул, не отвечай ему тем же. Побеждать ты умеешь, но не умеешь пользоваться победой. В обществе низшего даже превосходство начинает деградировать. Любовь умеет идти в неизвестность. Любовь умеет отбрасывать все гарантии. Любовь умеет бросаться в незнакомое и неизведанное. Любовь – это храбрость. Доверяй любви. Подчас болезнь оказывается сильнее медицины. Кто может скрыть любовь? Мало суметь уйти. Сумей, уйдя, не вернуться, чтоб обессилевший жар выпал холодной золой. Все меняется, ничто не гибнет.
путь ко владению, мольба. Любит женщина просьбы мужские. Завистник говорит не то, что есть, а то, что может причинить боль. Щади дурного, чтоб спасти хорошего. Другим прощай многое, себе ничего. Другим прощай часто, себе никогда. Злой язык – признак злого сердца. Любовь можно снискать лаской, а не силой. То, что я существую, для меня постоянное чудо. Это и есть жизнь. Мы словно дети новорожденные. Сила наша в том, чтобы расти. Сколь бы счастливым не чувствовал себя пьяница от вина, он далек от истинного счастья, потому что для него это счастье, для других – горе. Сегодня это счастье, завтра – несчастье. Никто в мире не может принести вам душевного спокойствия, кроме вас самих. Мир открывает двери перед теми, кто знает, куда идет. Великие люди на отсутствие удачи не жалуются. Говорят, что любовь слепа, но доброта обязана быть сознательной. Голосование подобно уплате долга, долга, которым нельзя пренебрегать, если возможно его исполнение. Грязь и шум многолюдных улиц вскоре разрушают эластичность здоровья, присущую деревенскому мальчику. Когда вся рутина, детали и человеческая скука действуют нам на нервы, нам так и хочется уйти отсюда куда-нибудь еще. Пойти на рыбалку – веская и признанная причина побега. Это не требует объяснений. В любой сложной ситуации советую не терять лица. Вообще не суетиться. Если падает самолет или тебя ведут на расстрел, надо сосредоточиться и стать глыбой. Меня иногда не узнают без яркой помады. Мое лицо мне кажется слишком стертым, не нарисованным, как неоткрытый стиль, а помада его завершает. Самое важное – испытать любовь. Даже если тебя не любят, важно любить самому. Я часто влюбляюсь в талантливых людей. Моя подруга шутит. С проникновением или без? Я отвечаю – без. Я просто очаровываюсь ими. Я падения обожаю. В них больше силы, чем во взлетах. Меня бодрят трудности. Думаю, я такая же, как и большинство людей. Мы боимся неизвестного и того, что еще не произошло, а именно того, чего не стоит бояться. Когда вы даете Богу полный контроль, очень трудно не быть бесстрашной. Я пью много кокосовой воды.
Это уравновешивает все другие токсичные вещества, которые я ввожу в свое тело. У каждого есть то, что им нравится или не нравится. Это все в вашей голове. Вот почему люди делают свои собственные снимки. Потому что кому-то другому трудно запечатлеть то, что вы ищете. У меня слишком много одежды. У меня слишком много вариантов. Когда я постриглась, весь звук изменился. Изменился мой стиль. Окружающий мир — это зеркало наших мыслей. Все важные вещи в этом мире сделаны из истинной радости, а не из ткани и стекла. Ты мастер в том, что пережил. Ремесленник в том, что переживаешь. И дилетант в том, что тебе предстоит пережить. Человечности нельзя дать физическое описание, ибо это духовная цель. Она не может быть дана тебе, ее нужно заслужить.